Всем привет, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы проходим игру Fable Anniversary. У нас продолжение. Так, что у нас по заданиям? Убийство торговцев. Так, мы же добрые, мы не будем это делать. Так, что у нас там вообще по заданиям? Больной ребенок, 4 гриба. Так, снаряжение. Где у нас раздел еда? Так, сафир какие-то. Рыбы, тофу. Кошель. А, вот синий гриб. Всего 2. Ладно. Так, ну это школа книги, охота за сокровищами. Где-то на любом сокровище собери подсказки, только что. Так, лысый бородач. Лысый бородач какой-то. Так. О, курабол. По-моему, это дело уже. Ну-ка, слетаем еще раз в деревеньку. Так. Так, так. Давайте в дубовый дол. Вроде же мы ходили, отдавали. Там какие-то 500 откопал, отдал этой бабе. Приятного отдыха, сэр. Герой, твоя магия на исходе. Ну и хрен с этой магией. Может быть, устрою вечеринку. Еще раз спасибо. Ну, отдавала. Почему он числится как ненайденное? Где-то тут кладбище было вроде. Там я тоже все выкопал. Сразимся бок о бок во имя добра. Да иди ты в жопу. Ну, здесь ничего нету. Сразимся бок о бок во имя добра. Ладно, что там еще есть? По курабулу есть соревнования. Пойдем кур попинаем. Соблазню вас сыграть в курабол, сэр. Давай. Добро пожаловать, сэр. Интересуетесь новым видом спорта? Называется курабол. Я сам его изобрел. Заходим в круг и пинаем цыпленочка, так чтобы он шлепнулся в нужное поле. Разные поля, разные очки. Все очень просто. Глазомер у меня уж не тот, но куда цыпленок шлепается, я обычно слышу. Ага. Так что, желаете сыграть? Давай попробуем. Будьте добры оставить оружие, сэр. И без магии. Это же просто куры. Да и не спортивно оно. Приступим же.
Удачи вам, сэр. Чем дальше пнешь курицу, тем больше получишь очков. Как тебя запульнуть туда? Хиловато! Ближний левый! 25 баллов! Че, это надо вообще запульнуть как неимоверно. Очень слабо! Ближний правый! 25 баллов! О! О, неплохо! Левое поле 50 баллов! Да, бедная курица. О, неплохо, левое поле 50 баллов. Результат из разряда так себе. Правое поле 50 баллов. А, то есть надо разбег еще прокачать себе будет и вообще зашибись будет. Впечатляющий акт. Насилие над пернатыми. Вручаю вам серебряный ключ. Он у меня был последний. О, зашибись, сыграл. Соблазню вас сыграть в курабо. Тему. Так. Сокровище пирата призрака. Найди сокровище призрака под... топором статуи на кладбище. Топором статуи на кладбище. А чисто да я выкопал там. Сразимся бок о бок во имя добра. Сразимся бок о бок во имя добра. Опасного ассасина. Щерая старушка здесь. Так, вот туда надо. Ладно, сгоняем. Так, где у нас портал был? Сгоняем за внуком старушки. Будем попутно еще подлечиваться за счет маны. Так, ладно, пойдем к ТП. Да-да. Так, нам нужно вот сюда. Холмогорье. Сюда.
Так. Ты ну что просишь? Договор таков. Сверши предо мной великое злодеяние. Ну ладно, сейчас найдем кого-нибудь тебе. Так. Или хер с тобой потом. Так. А здесь что-то у меня есть, задания какие-то. Ну ладно, сгоняем по ним. Посмотрим, что у нас за задание. Надо бы доспехами обзавестись. Розовый домик. Посмотрим, что это за домик такой. Так, задание цели. Поговорить с бабушкой в розовом домике. Вот как раз бабуся. 5500 отстегивает. Богатая бабуля-то, однако ж. О, и тут что-то есть. Я не открываюсь на первом свидании. Слишком часто разбиваю мне сердце. Я впущу лишь того, кто меня действительно любит. Зашибись. Тут ничего такого нету. О, сундучок. Что у нас здесь в сундучке? Интересненького. 500 золота. Неплохо. Бабуля живет. Джеймс, это ты? Ага, о, да. Джеймс, мой внук, вы должны его найти. У меня кроме него никого нет. Такой славный мальчик, помощник, мне без него не справиться. Я знала, что так случится. Он опять пошел в пещеры, я так и знала. Да, в прошлый да, да. раз он там в пещерах такого страха натерпелся, но зато принес оттуда немного золота. И еще кое-что нашел, пока там бродил. Не знаю, что это такое, но вам может пригодиться. Вот. Шестигранный ключ. Пожалуйста, найдите его. Не знаю, что мне делать, если с ним что-то случится. Ладно, бабуля. Погнали. Внучонка твоего искать. Неплохо. 500 золота, что ли, он накопал там? Пещерки. Обосрался от страха, а теперь лезет. Прежде чем я рас... Да, множитель. Так, и куда мне, в какую из них? Ладно, начнем с этой. А какая же у меня задача? А, в эти пещеры. Так, гнолы, хоббиты, херовы, где же вы? Вытащи меня отсюда-то! Ой.
А это что, еще куда-то идет дверь? Гопник мелкий, блин, покружи за всяким. Да заткнись вы. Вы что, тут рождаетесь еще? Да ладно. Спасибо, кореш. Задолбал на меня тут сидеть у хобов в клетке. А вы с ребятами полезли по пещерам сокровища искать. Говорят, их тут до ядре не фени. Ну, а хобы их сторожат. Поймали нас, по клеткам рассажали и по одному забирать принялись. Я ж не знаю, что они с парнями сделали, но криков было, ёж, то мать родная. Хотя меньше народу, больше доля, а? Да как насчет вместе пойти? Не-а. Сиди здесь дальше, малыш. Что, с тобой еще можно поговорить? Да я сам тут найду. Так. Что у нас еще здесь? Я понимаю, что моя магия на исходе. Да, блин, сколько шашлык. Давай, давай. Да как что-то не сдохнет здесь, а? Надо лечение прокачать, что Удя, удя, там удя тебе. Пипец, сколько что-то хабья. Герой, твоя магия на исходе. Да без Бобика ясно. Так, здесь все. А здесь что у нас? Очередное хабье сидит. О, еще. Привет, друзья. Я понимаю, что вам надо спать. Мне нужно коньяку заварить первым. Так. Твою мать, а. Хабьё всякое тут мешается. Так. 5 ключей, а у меня есть вообще? Блин, даже 5 ключей еще нету. Надо запомнить. В пещерах у них здесь валяется.
Так, я так понял, это были разбойники. Разделали по запчастям и в мешки сложили. И кроме кучи геморроя, больше здесь ничего не получился пока. Герой, твоя магия на исходе. Стопэ, откуда там появились опять гнолы? Да мать вашу, сколько штук? Зажимают гады гопники. Ты что здесь рискуешься? Так, здесь... О, капканы тут. У нас не работают. Трон какой-то, что ли, там хоббитский. На. Так, надо подлечиться. Можно, в принципе, сожрать фрукты. Так, что у нас еще из хавчика есть поставить? Агаты, рубины, сафиры, мешок муки. Так, свежевыловленная рыба, тофу, красное мясо. Пипец, какие-то дни, ночь. Так, семерка. Так, погнали. Что у нас здесь? Еще бабло. О, модификатор пламени. Туда или туда? Давай сюда зайдем. Да ладно. Какая жопа рожает. А, я отсюда пришел. Или нет? Да. Ты ядрит, ты откуда же влезешь-то? Из каких щелей они лезут? Тогда сходим в главный зал. Это главный зал называется или дорога в главный зал? Понастроили тут, блин. Опа-на. Чё за камушек? Чего ты хочешь? Хочешь забрать ребенка? Я не отдам его. Жертва должна быть принесена. Приведи мне другого.
и я отпущу этого. Я не хочу умирать! Помогите! Да ладно. Я не хотела. Я не хотел. Она меня заставила. Еще. А она придется бухнуть. Наши сели. Я даже колдовать им даю. Сразу все нахрен. Лапы, конечно, но припалы, как и все. Да ладно, откуда же лезете на все, а? Да ладно. Я тебя буду расстреливать, заразу. Это пипец какой-то. О, тут еще остались. Они еще и ребенка гасят. Вообще жесть. Так. Так. Герой. Я магия на исходе. И что это за булыжник? Ну-ка, в таких кругах что-нибудь можно выкопать, интересно? О, что-то выкопал. Ключик. Клево, надо бабуле копнуть будет там. Ну что, пошли, пацан, отсюда. Не зря копнул. Я думал, эта тварь меня слопает. С тобой-то ей куда тягаться? Твою мать, а. Давай, откуда все лезешь-то? Да откуда же вы лезете? Какая жопа сражает? Какая нафиг мама? Я твоя мама и папа. Все в одном лице. Так, почему у меня бутылки все пропали? А, у меня же этот полное здоровье почти. Пошли!
Ну, пошли, пошли. Нам надо отсюда выбираться. Так, а здесь ничего такого нет покопать. Ты всех хобов перебил. Их тут целая толпа была. Тебя, блин, по ушам надо затрепать. Твою хватит маму, а. Хватит мною командовать. Все, я сказал. Да сколько сейчас радия тут, а? Хоббиты херовы. Запота всяко подоновил. Да ядрит твою Мадрид, сколько ж вас тут, а? Мелкие, назойливые. Вроде бьешь, и не избавляется от тебя. Да ё-моё, ты же влезешь-то, а? Так что надо еще прибились. Сорян, пацан. Походу зацепил. Папочка, мамочка. Мамочка! Бабло. Но рожа у него какая-то не детская, блин. Ну-ка, скорее всего, в этих зонах. Ну раз ничего тут ключик нет, копнул. Пойдем скорее. Ну, как раз в тему пятый ключ копнул здесь. Че, и все? Охренеть вообще. Из одной бутылки я столько мучился. Не было же, вылезли с какой дыры, а? Опять в толпу гасить. Герой. Моя магия на исходе. Так, а тут я освободил эту... Ну-ка, здесь у нас есть что-нибудь такое покопать? Здесь ничего нету копнуть. Хабьё хреново. Хотя, в принципе, прокачаться на вас. Так. Здесь смотри, все. Видишь свет? О! Офигеть. Чувак. Где-то здесь можно было ловить, я так понял.
Чё за нафиг? Да ладно, в какой-то луже ловить, при том даже индикации нет, что там что-то можно поймать. Пипец. Блин. Ну-ка еще разочек, что здесь можно поймать-то в такой луже? Пипец. Ни оповещения не было, что можно поймать. То есть выслеживать этот крючок, когда появится, чтобы поймать что-то. Рыба, луна. Блин, я думаю, какая интересная хрень. Быстрее! Хватит менять пещер! Нефиг свою жопу засувать было. Хватит с него, с этих пещер. Уж небо никогда не увижу. Прежде чем я... Чего? Прежде чем... А, множитель. Пошлите бабулю сдам. Пошли! Бабуся. Ягуся. Подожди, ты же меня с ней не оставишь? Ты думал, это нимфа злая? Да моя бабка в 100 раз хуже. Как по-твоему, чья это была идея, чтобы мне в пещеры лезть? Нет, я тут надолго не задержусь. Сбегу при первой возможности. Только сперва вещи прихвачу. А ты, наверное, награды дожидаешься? Только не говори ей того, что я сказал. Да нафиг мне сдались вы. Пойду посмотрю, где бабушка. Ах, спасибо, что вернули мне внука, герой. Джеймс, иди сюда, обними бабушку. Глава Хоба. 7 с лишним косарей еще трубил. Эй, что происходит? Остановись немедленно. Здесь покопаемся. Работа. Куда ты убегаешь? Вот правильно загружает. Так, понятно, значит, в этих кругах можно копать ключи. А ну вернись! Я пацаненок бабулю кинул. Ладно, погнали. Что у нас там дальше? Магия на исходе. Там еще какие-то были пещеры хобов. Надо туда сгонять. Ух, ё-дрёт твоя сосиска. Герой, твоя магия на исходе. Да ядрит твою Мадрид. Прежде чем я... Насколько наш у тебя вырос? Герой, твоя магия на исходе. Так, там я был, теперь в те пещеры сгонять. Что в этих пещерах вообще у нас тут есть? Продолжай в том же духе. Вижу его.
какое мужество! Какое мастерство! Не к добру! Хрустящий цыпленок. Какое мужество! Какое мастерство! Герой, твоя магия на исходе! Да ладно, ты, мудак, с арбалетом я сейчас его в жопу засунул. И тебе тоже. Так, а здесь я был. Какое проявление? Курощуп. Кур, что ли, щупаешь? Так, значит, нам не сюда. Хотя... мы здесь... А, то есть это надо вот этих торговцев просто проводить? Рад вам служить. Торговцы. Ну, хер с нами. В ведьмином лесу лучше не задерживаться. Так, а по карте где я вообще? Так. Ой! Ой! Последний! Ой! Опа! Ух ты! А, ваша светлость! Ну, сдох. Опять у тебя хобы хреновые. Он настоящий лидер. Чувак, вот ты тут фаерболы свои метать будешь в другом месте. 15 ключей. Т.
Так. Что ты здесь пляшешь? Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Урон меньше. Блин, цены. Жесть. Так, а доспехи, извините. Ух ты! У тебя доспехи или что? Служить. Так, кожаные перчатки. А у меня что вообще хоть за набор-то? Светло-кольчужный шлем. Темный кольчужный шлем. Кольчужная рубашка. Так, светлые кольчужные сапоги. Требуется. А купить можно, что у нас? Темные. Ничего не светленькое бы продавали. Лучше не задерживаться. Так, а там что у нас? Часовня с корма. Что у нас тут надо было? Жертву принести вроде. Рубашка ассасина. Теперь уходи. Придя без даров, ты оскорбляешь нас. Ты пришел без подарка. И что за подарок? Торговца привезти? Ну, сейчас привезем какого-нибудь. Хотя, хрен с ним, с этим налисием потом, с этим скормом. А здесь недалеко, вон торговцы есть. А он отбросить не может. Вылезло чудо, блин. Чудеса на всей дороге вылазящие. Да ладно, уже нимфы.
Да мы ангелы. Твою мать, а. Какой метки, говнюка. Ну все, гомосек. Иди сюда. Одни тролли, блин. Да ладно, вы чё шутите? Да ладно, пень вас нафиг тянуло. Сколько ж вас тут-то завалить надо? Троишь или завалить? Пипец, чудес. Прям полные штаны чудес этих. Он настоящий мужик. Изумительно. Да вы чё, издеваетесь? Ну вас нахрен в баню. Так. Где этот грёбаный портал?
ебнулся в баню. Хрен с вами со всеми. Холмогорий, быстрее добежишь так. А здесь и доспехов ничего у нас нету. Так, тут дверь. Чего она там хочет, я не помню. Толстенького, жирненького. О нет! Еще один! Твоя часть! Я хватит! Да иди ты в баню! А тут у нас... Ничего. Так. Приятного отдыха, сэр. Ничего интересного. Он не похож на Курощупа. О да! Вроде как все Курощупом зовут. А здесь что у нас? Поля и грядки? О, да! Блин, а? Куда? Сюда? Ну, пойдем сюда. Опять в дубовую долсу пешком шляемся. Непонятно, куда что идти. У нас что-то связано с разбойниками. Опять шли к разбойникам сгонять. Извини, не понимаю. Я так взволнована этой шумичей. Ура! Снова видеть. Ура! Так, мне нужен торгаш. Да, нахрен с вами. Так, куда там? Опять по пещерам каким-то лазить или куда? Да, походу опять пещеры. Так, надеюсь, здесь не придется опять стражу гасить. Или у нас теперь проход свободный? Так, все чисто, тишина и покой.
Приходится пешкодрапить еще. Столько, блин, дверей требует непонятно чего. И как это все выполнить? Так, ты у нас что хочешь? Что? О, первый был рыцарь, другой зло, а третий... Я жду доблестного рыцаря. Ну, жди, жди. Хвала Ава, вы здесь, сэр. Положение критическое, сэр, критическое. Разбойники требуют у Союза торговцев выкуп, и у них трое заложников. Союз отказывается платить, а сегодня последний день. Вызвали меня, потому что я у них в долгу. Ну, в общем, я на той неделе только из учебки выпустился, да и по освобождению заложников у меня три с минусом. Знаете что? Я вам скажу, где они, а вы сами разбирайтесь. Одну минуту. Да, в общем, один у холма, а еще двое за теми большими воротами. Все чисто? Ну, тогда я прибегну к тактическому отступлению, пока меня не засекли. Это удачи. Ошибись, стража. Так, спасти всех трех торговцев, которые же сразу. А ну погодь минуту, скормого отродья. Хотел торговцев выпустить, вот я тебе сейчас отдам. Поспи, малыш. Что еще за перец? Пришел торгашей вызволять? Хрен с два тебе! Давай, лови! Ну, сдохните. Че у вас там, разбойнички? Ух, ё! Ну-ка, где у нас массовые убийства? Еще! Я напился! Подходи по одному! Я тоже такой ножичек хочу. Привет, мужики. И пока. Половину всех проблем решил после одной магии. Не понял. Тут. Это что за ассасин здесь был? Тебе не нужен кто, спину прикрывать. Всех тут пиздит, он стоит. Эй, вытащите меня отсюда! Вы из гильдии! Разбойники, шайка злодеев! Вы должны меня освободить! Тебе не нужен кто, спину прикрывать. Стоять. Тут он бочечки были. Блин. Эти не разбиваются. Тебе не нужен кто, спину прикрывать.
А там что у нас? Ничего интересного. Не смотри, просто умри. Все, все готовы. О, спишь. Дальше спи. Сам не хнычь. Чё тут? О. Волыну сперли. Пирогов нажрались. Дверь открыть-закрыть. Ё-моё. Так. У нас еще осталось, получается. О. Ух, ее бочку задел. Не можешь смотреть, не смотри. Так. Надеюсь, здесь зрачок. Ладно. Чё? А теперь не могли бы вы меня выпустить? Да, ну. А тебе надо? Так, так, так. О. Что еще за перец? Пришел торгашей вызволять. Хрен с два тебе. Такие прытки, а? Я пришел. Давай. Да ладно, идите все в баню отсюда. Да, это замечательно. А теперь-то вы меня выпустите? Пожалуй, следует. Нет, Боря, я там не выпущу. Проявленное внимание вам же невдомёк, сколько я тут промаялся. Не будем да, же ну, весь день тут стоять. Надо. Хватит трещать, детка. Где там второй? Вася. Рабинович ты наш. Так. Ах,
мой прекрасный. Давай, погнали. Бобики. Так, вас что, теперь тащить, что ли? Или вы сами допрётесь? Где там последний? Благодарю вас. Тебе не нужен кто спину прикрывать? Пошли. Ну и чё, погнали, мужики. Надо магию качнуть, реген. Чудесно. Ты глянь, наконец... Ну и чё? О, великий, хорошо-то как на свободе. О, спасибо. Вы, в сущности, прекрасный парень. Если мы еще встретимся, можете рассчитывать на скидку. Скидос. Какие вы добрые. Прям скидочку мне выписали. Награда. Неплохо. Надо вообще-то прокачаться. Гильдия героев. Так, что у нас там накачали? Ух, нифига себе, мы тут набрали опыта. Здоровье. Максимальный, что ли, уровень? Да, дофига требует. Надо прокачать вот это. Выносливость. Так, из магии у нас стена огня, огненный шар, боевой рывок, мультиудар, молния, ярость богов. Надо ярость богов, наверное, качнуть. Потом только посмотрим. Кулак воли. Так, замедление времени. Угу, похищение жизни, призыв, щит. Берсерк. Рывок убийцы. Исцеление. Надо прокачать. Сними меч. Град стрел. Магическая сила. Качнем магию. Так, на силу у нас что-нибудь хватает. Телосложение. Не могу купить. Купить. На ловкость что-нибудь остается. Хитрость остается. Ладно, считаем, что прокачались. Ты стал достаточно ловок, чтобы выучить жест кража. Да ну. Такой шкафчик. Ну-ка. Где тут у меня торговцы были? А, ладно, потом. Я думаю, на этом закончим. Наше прохождение, точнее, тут часть. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Ставим лайк, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии, ждем дальнейшего прохождения игры. Всем спасибо за внимание. Всем пока и удачи.